Барон Зигфрид, волчье сердце. Летчик? Танкист? Утопленник. Какой части? Восточной части Чудского озера. Кто вас послал? Подлет. Русский князь Александр Невский. Узнав о вашем походе на русских, мы, чудские подлетники, избрали вас почетным утопленником. Что это? У меня бред. Я ничего не помню. Не помните? Пожалуйста. Послушайте вы, вас надо высечь, как мальчишку. Вы бездарно повторяете мои ошибки. Вы даже в поход против русских выступили в июне. Я 23 июня 1812 года, вы 22 июня 1941 года. Мои офицеры, мои генералы. Ваши генералы, я и мои генералы ничего не смогли с ними поделать. Я гений, а вы зазнавшийся ефрейтор. Вы знаете, что такое русский народ? Вы знаете бабу Василису? Баба, это русский бомбардировщик. Это простая русская баба, деревенская старостиха, которая в 1812 году брала в плен моих гренадеров, моих. Странно. Нет, я вижу, что вас действительно пора высечь. От великого до смешного один шаг, как я сказал в свое время. Теперь нужно удержать эти огромные и пустые.
водородные пространства? Насчет пространства не знаю. Но за свои три аршина земли я спокоен. Я их крепко держу с 1918 года. Что-что? Как вы смеете? Разве вы забыли 18-й год?